Ты вообще видел Лёху и марафон? Посмотри сначала на Лёху, а потом посмотри на марафон. Лёха его так... Все закончил. Ручки потер и все. Сейчас нагнем. Вот так Лёха прошел этот марафон. Он не писал. Тогда я помню. Видать, что там вообще? Как бы говно какое-то. Сижу, играю. Всех нагибаю, да, Лёха? Лёха сейчас подтвердит мои слова. Я поеду налево. Какие-то ураган. Какие-то ураган. Так, спасибо. 112-й. Как Бориска. А сейчас Лёха напишет, как Бориска. Ничего такое. Ничего такое. Надо поставить, сколько у Лёхи средуха. Надо как бы танк вообще по средухе мерить. То есть, если средуха там невероятная, значит танк огонь. Если средуха говно, значит танк говно. Жопа. 44. Жопа, а как вы сюда приехали, мужики? Как у КВ-2. Перезарядка только как у КВ-2, сказал Лёха. Нет, не попал. Да твою же за ногу. Чё за тупое говно? Так, это чё за корыто прикатило? Пробил мне. А чё, крымский хам уже замочил? А, не замочил крымский хам. Т-34. Так, мне надо что-то делать, слушайте. Надо заезжать. Тут что-то жопа какая-то творится. Да твою же за ногу. Мне надо переезжать. Е-75ТС. Е-75ТС стоит. Это очень плохо, что он там стоит. Да жопа, ну почему рикошет не пробитие, рикошет не пробитие. Какая-то хрень вообще. Звездец всему. Рикошет. Е-75 сейчас выйдет и меня начнет убивать. Просто сейчас начнет... Да стой, куда ты, что ты делаешь? Лёвыч, я понимаю, что ты крутой танк, все дела. У меня просто мужик что-то там рассказывает. Так, не делай так, слушай, не подпирай меня, пожалуйста. Не будь полным говнюком. Товарищ мой, товарищ мой. Залетело в ВК-7501. Это, кстати, та же имба. Та же имба. А, этот 75ТС меня стоит, поджидает. А, господи. Путин. Вовочка. Вовочка, что ты делаешь? Вовочка, я тебя сейчас крохну нахрен. Вовочка. Ты что такое... Путин. Ты что такой дерзкий? Вова, если хочешь, едь, Путин. Сейчас Путину щелбанов настреляет. Он тут со всех сторон, видели, тащит. Я отъезжаю, пока Путина убивает. Все, Путина не стало. Ага, сзади он нас убивает. Т-44. Оба-на, да тут жопа. Тут жопа. Я даже танканул, слушайте. Гашеница, гашеница, чувака, гашеница. Гашеница. Гашеница там у нас что-то. Ой, меня убили. Гашеница что-то случилось. Гашеница у нас. Так, а чё наши пацаны-то? Чё, где? Давайте посмотрим. На Лёхе нагиб. Так, Лёха стоит в кустах. Понятно, чай пьет. Так, Олег. Где Олег? Олег пока еще не знает, где он. Куда-то едет Олег. На Прима Виктории. Олег куда-то поехал на Прима Виктории. Спасать меня, наверное. Ну, мое тело. Тело. П-53. Ой, 53 ТП. Ой, что там базарит, мужики, слышите?
Леха, и сколько я не замечаю, Леха все время где-то в кустиках стоит. Видите, даже сейчас. Галактик. Давай, Олег, тащи. Тащи. Тащи за Россию. А Вова Путин-то, сколько он там настрелял-то? Путин. Ну ладно, не Вова Путин. Там было просто написано Путин. Как он меня подставлял-то? Зачем он меня толкал? Прям-таки хам сейчас, кстати, затащит. Алёха, весь груз ответственности на твоих плечах. Если не вытащишь, значит, команда наша слила вся из-за тебя. А я потому что я умер самый первый. Ну ты понял, короче. Лёха сейчас в шоке будет. Вся груз ответственности весь. Красавчик. Просто, блин, нельзя так точно даже сказать. Слушайте, Лёха сейчас раскидает тут всю команду. Как мне научиться так играть, как Лёха? Лёха, красавчик, 4. 4 на 5. Не, пацаны могут затащить. Если сейчас Лёха затащит, то это будет круто. Давайте посмотрим, как Лёха тащит. Ну, пока пообсуждаем, как я плохо сыграл. Ну, я просто плохо, ужасно сыграл. Надо было не получать это Т-44, я бы, может, пожил чуть-чуть дольше. Ну, на один шотик, может быть, дал бы во время еще. Ой, Эмилию 19.51. Леха в кустах встал. Но теперь его точно никто не убьет. Прям впритык стоит, смотрите, ВК и не видит его. Вот это прикол. Ой, завалил его. Красавчик. Что скажешь? Что тут скажешь? Ну ничего тут не скажешь. Вот слушайте, наши пацаны сейчас затащат. Пять. Кажется, будет сейчас Леха брать мировой рекорд по количеству фрагов. Тащите. Так точно. Кто там? Уарейн, там ВЗ-ка. Удиса он убил, да? Нет, ВЗ-ка. Ну, кстати, Леха сейчас затащит. Видите, говорит, сейчас затащит. Он может с двух снарядов его убить, а МХ сидит. ИСи. А что там вообще происходит? Почему я не переключаюсь? А, тут бодаются. Они наши. Тут у нас бодается ВЗ с АМХ. Они его запинали, короче. Они его просто запинали. Запинали, короче. Бориске воина дайте. Бориске. Бориска сейчас пойдет воина возьмет, да, кстати говоря. Давайте переключимся, так сказать, чтобы ничего не пропустить. Будем следить за Лехой. Какой-то сейчас, кстати, фильм интересный идет, не могу вспомнить какой. Сейчас три раза не пробил. Олег, да это нормальная тема, чё ты паришься? Я не помню, ты слышал, не слышал, как я рассказывал про КВ-3, который... Чё я там рассказывал-то? А, 6 снарядов улетели в молоко, с полной сводкой вообще. Ладно бы бронебойки улетели, колдовые улетели, все 6. У меня 5 снарядов было. Чё? Пахнет странно. У меня было 5 снарядов голдовых, и, короче, все, я их зарядил, чтобы убить танк. Я ни одним не смог попасть. Все улетели вообще в разные стороны. Что-то за сигаретами запахло. Фу. ТВПшка? А ТВПшки сколько жизни еще? О, ТВПшки дофига. Ну, сушка. Ну, вот это он встал, слушайте. Лёха, давай сводись. Сводись давай. Красавчик. Красавчик. Давай седьмой фраг. Ты серьезно? Лёха, давай седьмой фраг. Давай, уже все тут за тебя болеют. Захват один. Видишь, да. ТВП захват. Не, Лорейн, кстати, можешь тоже жопу подогреть. Но ты красава. Видите, когда играют с тобой статисты, они... Не стример рак. Давай, Люха. Не вижу это, куда он. Красавчик. Просто даже так точно нельзя добавить.
молоток. Дучки. А мы со своими 53 ТП, короче, поехали огороды копать. Пи Виктория. У Олега копает огороды, 53 ТП стоит и это. Ничего не пробивает. Вот так мы и слились. Не, Лёха красавчик. Лёха красавчик, 300 накидал. Лёха, не говори, что ты не статист. Вот, ну, не говори, ну, просто вообще, просто не говори, что ты не статист.